31-летняя Оксана Самойлова поделилась впечатлениями от своего интересного положения. Жена 34-летнего рэпера Джигана рассказала о неожиданной неприятности. Модель и блогер, опытная мама, она воспитывает 3 дочерей от бывшего участника лейбла Black Star. Сейчас брюнетка ждет рождения 4-го ребенка. Оксану часто спрашивают о самочувствии, потому она решила высказаться на эту тему. Самойлова пошутила, что все идет по накатанной. Ее организм стал на протоптанную дорожку и катит навстречу новому человеку. Инстадива напомнила, что в прошлой беременности страдала от отеков. Проблема проявилась и сейчас, но усугубилась. Супруга музыканта поделилась честным фото, на котором запечатлена без косметики. Без мейка, почти без ресниц, зато с моим любимым бонусом во время беременности, с отеками. 4-й раз меня сложно чем-то удивить в этом прекрасном положении. Хотя в тот раз, когда у меня отекли десна, я просто офигела. Такой нежданчик был для опытной мамы, призналась Оксана. Самойлова утверждает, что 3 дочерей воспитывать непросто. Сегодня жена рэпера показала забавное видео с младшей дочерью Майей, которой сейчас 2,5 года. Малышка посчитала, что ее обделили порцией обеда. Когда очень любишь покушать. Майя, ну как так можно любить еду? Пошутила Оксана. Джиган и его избранница хранят пол будущего ребенка в тайне. Звездные родители заявили, что будут рады малышу в любом случае.